Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Персифаль. Сегодня наконец-таки мы обсудим с вами хэллоуинское обновление, которое стартует уже через неделю, может быть чуть больше, но главное то, что оно выходит уже буквально на днях. Сегодня мы обсудим новый режим, который наверняка может появиться в этом обновлении, также новые карты для зомби КБ, новый кейс и остальные важные детали обновления. Присаживайтесь поудобнее, мы начнем. Начинаем с нового режима доминирования. На кадрах мы видим светящиеся сферы, которые наверняка нужно будет собирать и получать за это определенные ресурсы, но пока подтвержденной информации нету, никаких источников, ничего не подтверждено, и смысла развивать эту тему тоже нету. Далее мы видим новые карты для режима зомби КБ. Для тех, кто не знал, этот режим вернут в этом обновлении, и также нам подвезут новые карты, которые выглядят очень наполненными, они действительно погружают в атмосферу Хэллоуина. Они классные, они проработаны, и уже прямо сейчас хочется зайти и поиграть на этих самых картах. Следующее будет являться предположением, а именно выход нового кейса. Я уже говорил о том, что он скорее всего выйдет, но что же в нем будет? И наконец-таки я могу вам об этом сказать. Скорее всего в этом кейсе будут тычки. Хэллоуинские, оранжевые, такие вот огненные тычочки, которые действительно нужны. Не забываем про возвращение хэллоуинских кейсов и ежедневные награды. Наверняка многие из вас не успели выбить себе топовый дроп, поэтому сейчас у вас также появится возможность бесплатно получить и выбить себе недостающие скины. Как бы ни было прискорбно, но рынка на Хэллоуин ждать не стоит. Скорее всего, он выйдет к Новому году, а может быть даже чуть-чуть позже. Но все же, я рассказал вам про самые свежие, самые сочные, самые заряженные факты про Хэллоуин. Сосредоточьтесь на нем и ждите обновления, которое выйдет уже буквально через неделю. На связи был Персифаль, ждите следующий ролик. Скорее всего, это будет конкурс на голду. А я не прощаюсь надолго и всем пока-пока.